На календаре почти середина зимы, а тюменская погода до сих пор не может успокоиться и продолжает кидаться из крайности в крайность. Например, сегодня на термометрах минус 3, завтра будет в 4 раза холоднее, чем сегодня, а послезавтра в 12 раз теплее, чем завтра. Что запутались и не мудрено, если учесть, что сегодня особая дата, понять смысл которой под силу далеко не каждому иностранцу. Старый Новый год. Зато для россиян это возможность растянуть удовольствие и дважды отметить один из самых любимых праздников. Да еще и желание загадать. Кстати, если кто-то мечтал о первом весеннем дожде, то возможность под него попасть у вас появится уже в эту пятницу.